Выдача дезинфицирующего раствора управляющим компаниям началась сегодня. С утра жидкость для обработки подъездов получили порядка 10 организаций. До вечера запастись ею должны все без исключения. Специалисты говорят, что препарат абсолютно безопасен. То есть специальное средство, безопасное, проверено, то есть в медучреждении обрабатывают стены, ну, разные контактные поверхности. Выдается, управляющая компания, соответственно, подает заявку в расчете 5 литров на один подъезд. Ну, в среднем вот сейчас уже за прошедший час было порядка 20 управляющих компаний, которые забрали каждый в среднем по 100-200 литров раствора. Заявки в Комитет городского хозяйства должны подавать управляющие компании. Они сами рассчитывают необходимое количество дезинфицирующих средств. Одними из первых провела обработку компания МКД. Сегодня мы получили дезинфицирующие средства 20 литров на 4 многоквартирных дома. За каждым домом закреплено по 2 сотрудника на подъезд. Дезинфекция будет производиться ежедневно. Работы были начаты в районе 12 часов дня. Сам по себе процесс обработки много времени не занимает. Вот все, и все панели, все вот лестницы обрабатываются. Ну вот как конкретно? Давайте дверь обработаем. Давайте. Но в среднем на подъезд сколько времени уходит? Думаю, минут 20, не больше. За несколько часов были обработаны все подъезды в 4 многоквартирных домах по улице Барсоева. Как сообщили в Комитете городского хозяйства, управляющие компании могут получить дезинфицирующие средства дважды в неделю, во вторник и в пятницу. Батыр Ламбаев, Алексей Ромашов, новости дня.